Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в сердце Олимпийского парка на федеральной территории Сириус в Эмеретинской долине, в Сочи, в Адлере, как угодно сие называйте, хотя официально это именно федеральная территория Сириус. Именно здесь, на Фиште, состоится матч 10-го тура МЛБЭТ первой лиги сезона 24-25. Сочи принимает ротор, команды, которые прибыли разными путями в МЛБЭТ первую лигу по итогам прошлого сезона. Сочинцы выбыли из элиты, ротор отобрался из горнила второй лиги А. Ключ на старт, поехали! Сочи против ротора. 10-й тур МЛБЭТ первой лиги. Важный, любопытный, интересный матч между командами, которые разделены в табеле о рангах. Писарский, штрафной, Алвес, Кравцов, Сафронов, Кожемякин. Все там. Навес, опасно. Удар! Чигров выручает. Заживало мяч между ногами сразу двух защитников, но они справляются. Это, безусловно, самый опасный эпизод 35 прошедших минут. Пробил Марсело Алвес. Мартин Крамарич кому-то показывает. Внедряйся. Забегай в штрафную. Или просто отгоняет от себя какую-то муху залетную. Удар, Чигров! Перевел мяч через планку. Ему, наверное, даже прыгать не пришлось. Внимание. Хороший навес. Скачет мяч по штрафной. Отбиваются волгоградцы. Сочинцы еще претендуют на какой-то пенальти за попадание мяча в руку. Мяч попал, кажется, все-таки в голову Семенову, а не в руку. Вернулся мяч волгоградцам. Подавать неудобно. Выкатывается мяч назад. Прищепа! Это должно было хотя бы разок за тайм случиться. Крамарич неплохо под скидку пяткой. От Писарского явно отработанная история. Писарский на удар выходит! Близко! Просвистело, да? Ветер, который за собой оставил мяч, наверняка штангу ворот Чигрова покачнул. Владимир Писарский вспомнил о том, что он центр-форвард, что он обязан удары наносить. Контратака, длинная передача, нет положения вне игры, между прочим, Морозов. Справа внедряется в штрафную, помощь ему нужна. Морозов, он напарывался специально на контакт, это прекрасно увидел Антон Фролов. Ну, ручки выставлял, удерживал, конечно, Алвес. Тут нет-нет, там же и, по-моему, Барт расположился. Крамарич! Неплохо. Сойдет. Для статистики. Макаров, это опасно, он способен пробить! Надеюсь, что кресло на трибуне за спиной Чигрова остались в целости. Дальний удар, рикошет, Чигров. Это для уверенности. Попытался он углового избежать, но эта участь волгоградцев не именовала. 2-3 ситуация для Сочи. Навес. Барт. Скидка. Опасная ситуация. Отражает мяч, выставленный рукой Никита Чигров. Я чувствую, как болельщики волгоградского ротора синхронно схватились за голову, за сердце и шумно выдохнули. Две стихии. Попытки созидания, попытки разрушения сегодня сошлись. И как это часто бывает по законам природы, стихии сбалансированы. 0-0.